Каждый день тысячи поездов отправляются в путь. В дальнюю дорогу едут пассажиры, следуют посылки и тяжелые грузы, связывая самые отдаленные уголки страны. И ради этого каждый день десятки тысяч людей просыпаются на рассвете и начинают свой труд. Труд непростой. И у каждого своя ответственность. Скоростное движение, сохранность грузов, безопасность пассажиров и их комфорт. Это одно большое дело. Это железная дорога. Тут важен и значим труд. И каждый любит то, чем он занимается. И каждый ведет за собой свой локомотив. Большое спасибо за ваш труд. Мы с вами одна команда. Футбольный клуб «Локомотив» поздравляет вас с днем железнодорожника.